Доступность торговых объектов для людей с ограниченными возможностями проверяли сегодня представители общества «Колесница». Николай Лукьянов посетил пристанционную площадь вблизи станции «Сходня». Первым делом он попытался подъехать к кассам. Николай передвигается на автомобиле, но среди инвалидов есть и те, кто пользуется общественным транспортом. В итоге ни подъезд, ни покупка билетов трудности не вызвали. Вот купюру сюда, здесь билетик, все в порядке, здесь монетки, здесь сдача. А, вот билет вот отсюда, кстати, совсем все тут рядышком. Так что очень удобно. Далее Николай проехался по мини-рынку напротив станции. Трудностей в передвижении не возникло. Легко он попал и в небольшой магазин. А вот сказать этого про доступ в аптеку нельзя. Вместо пандусов на лестнице установлены швеллеры. Даже при помощи посторонних попытка подняться на них может стоить здоровья обоим. Вообще этого не должно быть здесь. Здесь должен быть пандус нормальный, хороший. Там места много для пандуса, а швеллеры, на них как убиваться. Николай Лукьянов отметил, что в целом округ приспособлен для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Однако по-прежнему остаются проблемные объекты. По его словам, важно наладить диалог с бизнесменами. Какие-то нет. Ну, я говорю, вот хотелось бы, чтобы когда что-то переделывают или делают по новой, связанное с доступной средой, чтобы приглашали вот общественную организацию, инвалидов-колясочников, слабовидящих, слабослышащих, чтобы мы могли что-то подсказать, пояснить какие-то моменты. Для предпринимателя установка пандуса будет стоить несколько тысяч рублей, которые могут окупиться за несколько дней. А для инвалидов доступная среда – это в первую очередь полноценная жизнь и возможность чувствовать себя уверенно в родном городе.